Здравствуйте, добро пожаловать в Cooking Friends. Сегодня мы будем готовить борщ. И вот что нам для этого понадобится. В разъемную кастрюлю я ложу бедра курицы, лук свежий, лавровый лист, соль и перец. Воды я заливаю так, чтобы курица полностью покрывалась водой. Добавляем на печку на 45 минут вариться. Нарезаем капусту. Я очистила тут уже морковку и свеклу, и буду их натирать на терке. И нарезаю лук. Лук, капусту, свеклу и морковь отправляю в сковородку тушиться. Картошку я уже почистила и буду нарезать небольшими дольками. Я очень люблю укроп, и у меня тут хорошенький такой пучок укропа. Я его буду нарезать и покамест поставлю в сторонку. Пока я все нарезала, у меня уже мои овощи хорошо потушились. И сейчас я буду добавлять томатную пасту, соль, перец по вкусу и еще раз тушить. И моя курица уже тоже она готова. Я ее вынимаю, так же как и лук, лавровый лист и все остальное. Только оставляю воду. Так как воды теперь меньше, чем изначально, я добавляю еще пол-литра чистой воды. Закрываю крышкой и отправляю назад на огонь, пока не закипело. Когда бульон закипит, я туда отправляю тушеные овощи и картофель. Примерно 10-15 минут. Мы в семье очень любим, чтобы мясо было в супе. И таким вот способом я отделяю от костей мясо, нарезаю на маленькие дольки. И потом, когда суп готовый будет, я добавляю мясо назад в суп. Если вам не особо хочется заморочек, тогда оставьте мясо так, как оно есть, и подайте просто к супу на стол. Мой суп уже готов. Я отправляю укроп в суп, помешаю его и потом буду накладывать в тарелки. Если вам рецепт нашего борща понравился, пожалуйста, дайте нам это знать. Поставьте лайк или подписывайтесь. Мы будем очень рады этому. Спасибо за просмотр.